Поучаствовать в соревнованиях приехали участники из 30 городов Московской области, в том числе из Солнечногорска, Рузы, Сергиева Посада, Серпухова, Домодедово и многих других. А как иначе, ведь выигравших сегодня ожидает следующий этап – поездка в Сочи на всероссийские состязания по выполнению норм ГТО. Конечно же, мы хотим, чтобы такие мероприятия проводились на всей территории Московской области чаще и регулярно. Я хочу вам сказать, что у нас в Щелковском районе, теперь уже в городском округе Щелково, мы такие фестивали проводим регулярно со всеми категориями жителей нашего городского округа. И поверьте мне, что они вызывают очень большой интерес и активность у наших жителей. От мала до ветеранов, которые приходят с внуками, правнуками и сдают нормы ГТО. Мы боремся за призовые места все, стремимся, команды все готовились к этому зимнему фестивалю. Также с нами работает волонтерский корпус «Живы спортом», волонтеры, которые обеспечивают и помогают на сегодняшнем мероприятии. Участники попробовали свои силы в беге на 2 и 3 тысячи метров, отжиманиях и подтягиваниях, стрельбе из пневматической винтовки, рывке гири на 16 килограммов, а также наклонах на гимнастической скамье. А для еще большего праздничного настроения на сцене спорткомплекса спел заслуженный артист России Виктор Сухонос. На самом деле, многие из нас готовились к этому мероприятию, занимались дополнительно на улице, ходьба на лыжах, посещение тренажерного зала. Та команда, которую мы представляем, является одной из представителей школ Одинцовского района. И мы надеемся на отличный результат, хотим показать высокий уровень и надеемся на победу. Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».